Можжевельник скальный Skyrocket. Он становится очень высокий, и потом, когда зимой или он его постоянно укутывать надо, его наклоняют из стороны в сторону. Да, это сейчас он отошел, сейчас он красивый, все нормально стоит. То некоторые ветки еще с зимы, видите, валяются, но они будут обрезаны. И мы решили вот полностью так обрезать, это где-то по мой рост, 1,75 м, полностью из боков, вот если можно видеть, вот это будет у нас изгородь, называйте как хотите, экран. Итак, уважаемые друзья, продолжаем резать можжевельник Skyrocket. Вот уже обрезали 6 штук, осталось там 4, довольно неплохая получается изгородь. Ну а верхушки начинки, естественно, потом я вам покажу, как и где они находятся. Но процесс это довольно трудоемкий и отнимает очень много времени. Обычно я делаю это по утрам. Утром срезал верхушку, зачеренковал ее, но затем уже обрезал полностью. Вот такая вот история. Для чего мы это делаем? Вот если можно видеть, вот небольшой ветерок, и вон те два, которые остались, их очень сильно болтает. И болтает до корня весь ствол. А эти практически не шевелятся. Вот. Вот видите? Небольшой ветерок, а если ветра хорошие, то его гнет очень хорошо. То есть тут без вариантов. Вот. А эта изгородь, она будет стоять плотно и хорошо. Вот если их шатает ветер, вы видите, да? Маленький ветерок даже шатает. Эти уже так не шатает. Еще хочу сказать, если будет очень хороший ветер, даже земля он ходит, если можно видеть, земля ходит очень хорошо при хорошем ветре, то есть корневая вся ходит. Их может и вырвать, и сломать, то есть погнуть. Поэтому мы обрежем и сделаем прекрасную изгородь из нее. Будет очень хорошая и довольно красивая изгородь. Из них также можно делать и шары маленькие, правда, стричь надо буквально часто очень. Вообще можжевельник сам по себе очень красивый и хороший. Вот видите ветер, и уже видно, что эти практически стоят на месте, а вот которые повыше, а вы представьте, к осени они еще будут выше. Их будет болтать, а зимой такие ветра, что как бы, ну, я советую держать его в таком росте, то есть это где-то 1,75 м мой рост. На этом все. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов и питомник «Войны Глори». Удачи!